назовем. Мы в борьбе с пожаром просто будем помогать. От пожаров харьковчане не должны страдать. Вас бережет от несчастья, пройдет сквозь дым и огонь. Отряд храбрых пожарных школы 58. Наш девиз. Под Франкфурт 101, мы на стражу как один. Мы те, кто вышел на эту сцену. Мы те, кто стоит перед вами. Мы те, кто говорит вам эти слова о пожаре. Мы сегодня расскажем, разъясним, предупредим о беде, которая ожидает нас на каждом шагу. Имя этой беды — пожар. Быть пожарным — это просто, говорит нам кое-кто. Надо смелым быть и верным. Надо жизнь любить без меры и всегда, везде быть первым, хоть порой и нелегко. Ведь мы команда ОКП, отряд храбрых пожарных. Все человек без огня, не живет ни единого дня. При огне, как при солнце светло, при огне и зимой нам тепло. Посмотрите вы вокруг, нам огонь и товарищ и друг. Но когда мы небрежны с огнем, он становится нашим врагом. Если будешь с огнем баловать, то беды точно не миновать. В небе он беспощадный и злой, гибнут в пламени люди порой. Вам хотим сказать, друзья, что про безопасность забывать нельзя. Чтоб огонь не принес вам вреда, мы с огнем не шутите никогда. Мы юные пожарные. Конечно, отряд наш еще молодой. Но мы упорно учимся, много тренируемся, чтоб в час опасный справиться с бедой. С беседой об огне коварном мы к малышам в детсад пойдем. Рисунки вместе нарисуем, с пожарным дружбу заведем. Любое мгновение каждого дня мы этому следовать будем завет. Учиться и жить, чтоб беречь от огня деревья, берег человека, планету. У могилы неизвестного солдата всегда горит вечный огонь. Огонь человека согревает, дает возможность приготовить пищу. Многое значит огонь для человека. Но иногда случается, что из верного друга огонь превращается в беспощадного недруга, уничтожающего все на своем пути. Знаете, в гневе он сердит, ничего не пощадит. Уничтожить может школу и у дома все кругом. Thank you.
пути решил Вадим, позвонил по 101. Вокруг уж что не прав, но платить придется штраф. Все! С 1 по 8 января в Харьковской области произошло около 55 пожаров, на которых погибло 3, пострадало 3 и спасено 14 человек. Убытки от пожаров составили 63 тысячи гривен. Спасено материальных ценностей на сумму 570 тысяч гривен. За 2013 год в Харьковской области погиб 141 человек. 90% всех пожаров приходится на жилой сектор. Когда случается пожар, на помощь приходит спасатель. Быть пожарным очень опасная и рискованная профессия. То можешь оказаться в опасности. Эй, сюда! Скорее сюда! Где у нас огнетушитель? Вот, ребят, посмотрите. Тут пожар, у нас беда. Что же это за хозяйка? Маму только провела, тотчас газ сама зажгла. А отключить вот не смогла. Я сегодня за хозяйку. Все сумею, все смогу. Покормлю вот Мишку, Зайку,
Только плитку разожгу, чирк, с плиты пахнула жара. Зайка с мишкою в огне привела игрок пожар. Но по детской ли вине? Мамы, папы дорогие, вот советы вам простые. Что беда не наносила раны, закрывайте газовые краны. Каковы же основные причины пожаров? Детские шалости с огнем. Короткое замыкание в электросети. Курение в постели, в сарае, на сеновале. Брошенная в траву или урна, непотушенная спичка или сигарета. Неосторожное обращение с фейерверками, хлопушками, петардами. Знать вы все должны, друзья, что с огнем шутить нельзя. В жизни всякое бывает, может разное случиться. Но за глупую ошибку можно жизнью поплатиться. Будь ты ребенок, взрослый или сказочный герой, правила пожарные ты соблюдать изволь. Правила пожарные, без запинки знать. Правила пожарные строго соблюдайте. Этих правил, ровно 5, вы должны выполнять. Правило первое. Для забавы и игры спички в руки не бери. Сам костры не разжигай и другим не позволяй. Правило второе. Легко запомнить можно. С электроприборами будьте осторожны. С утюгом и чайником, с плиткой и паяльником. И уходя из дома, не поленись, проверь. Все выключено, вот здорово, теперь шагай за дверь. Третье правило просто и запомнится легко. Не суши белье над газом, все сгорит единым разом. Правило четвертое. Обеспечь надежное хранение веществам легкому воспламенению. Дома много из флаконов. В них духи, одеколоны, освежители, лаки, краски. Все они взрывоопасны. Если видишь этот знак, осторожно, рядом враг. Правило пятое. Самое важное. Если что-то загорится, если вдруг пожар случится, по тревоге как один, позвони по 101 и дежурному района сообщи по телефону. Где горит и что горит, и кто об этом говорит. Соблюдайте правила пожарной безопасности! Сегодня, друзья, мы все видели улыбки на ваших лицах. Все это очень хорошо и весело, но этого недостаточно для долгой и счастливой жизни. Поэтому нужно помнить, что ваше здоровье и безопасность только в ваших руках. Пусть огонь войдет в каждый дом добрым другом. Пусть это будет огонь Прометея, огонь юмора и смеха. Огонь нашей любви к вам! La la la.